Украинские беженцы пока не смогут получать российские пенсии. Сейчас в регионе проживает чуть больше 100 граждан Украины пенсионного возраста. К специалистам обратились 34 человека. Согласно закону, претендовать на выплаты могут только россияне, живущие в Украине и вернувшиеся на родину, а также украинцы, получившие вид на жительство или статус беженца. Кроме того, специалисты пенсионного фонда рассказали о том, что в августе грядет очередная индексация пенсий. Правда, коснется она только работающих пенсионеров. Корректировка пенсия, она очень индивидуальная, поэтому размер будет разный. Средний размер увеличения пенсии в этом году сложился в пределах 177 рублей.